Всем привет, прошу прощения, что на ветру, но уж как есть. Итак, очень частое зрелище, когда разбросанный навоз лежит и лежит. Но здесь он лежит не так уж и долго, дней 5, сравнимо с тем, как бывает. Но бывает, неделю лежит, еще через неделю едешь, опять лежит навоз. 2 недели, где-то на 3-й неделе только его заделают. За это время его там и птицы размечут, и высохнет он. Высохнет совершенно, превращается просто тупо в солому. Так, ну просто. Просто. Здесь еще так, конечно, это еще можно назвать навозом. Вот, но уже значительная часть потерялась полезностей азота. Так, мочевины, моча испаряется, кал и так далее испаряется. И остается одна солома. И люди хотят получить от навоза пользу. Но это ж навоз, да, это ж насколько полезная вещь. Вот, а в результате того, что он вот так лежит, иссыхается, вымывается, остается одна солома. Так вот, правило заделки навоза номер 1, это то, что его надо заделать как можно раньше. Как можно раньше. Разбросал и хоть по-мокрому, прямо езжай, пусть тебе будут колеса буксовать, пусть что, но максимальную пользу от него ты получишь только, если ты его заделал максимально рано. Вот. Ну, бывает, что не получается, конечно, разбросали, тут работа, тут еще какие-то заботы. Ну, то понятно, всяко бывает. Но массово вижу, как у людей, ну, просто такая манера, разбросать и забыть его на поле на пару недель. Вот этого, конечно, делать нельзя. Это плохо, мы, если еще даже за деньги этот навоз покупается, то просто, ну, теряется все, что от него получено. Фактически ты вносишь просто солому на поле из-за того, что ты его неделями не заделал. Вот попрошу обратить внимание. Нашел такой текст в интернете для фермеров, для хозяйств белорусских. Итак, обращаем внимание руководителей хозяйств на то, что разбросанные органические удобрения необходимо немедленно заделать в почву. За 2 часа под открытым небом потери аммиачного азота могут достигать 32%. За 4 55%, за 12 65%, за 24 70%, за 48 часов 80%. Вслед за навозом разбрасывателями должен идти трактор с плугом. То есть, представляете, за 2 суток полежавший разбросанный азот теряет 80% того азота, что накопилось. А азот — это самое ценное в навозе. Также теряется калий, правда, уже в меньших количествах. Ну, фосфор там почти не теряется, но если какие жучки, червячки, их повыклевывают птицы, само собой, тоже проблема. Ну, вот самый главный навоз. 2 суток пролежавший навоз и 80% того, что вы хранили зимой, там, чтобы набрать себе, повысить урожай, 80% ушло. 2/3 уже не стало. Поэтому вот то, что я показывал на видео, разбросанный дозот валяющийся, такого быть не должно, потому что это дождетесь только проблем. Если за 2 часа уже третья часть уже теряется, так, то сами понимаете, что происходит, когда она валяется неделю-две. Практически остается от навоза солома. То есть азот, моча, какашка, так, все это, что накопилось, полезные. Что именно отличает навоз от соломы, так, то потеряется, останется солома. То с таким же эффектом не было бы никакого смысла навоз возить из поля, солому возить, точнее, так, в к своей скотине, так, там его накапливать, потом опять везти на поле. Просто достаточно было бы эту солому оставить и заделать в почву или перевести там на другой огород, так, смотря какая у вас севооборот, и там эту солому оставить или заделать. То же самое, совершенно не надо было бы всех этих ненужных телодвижений. Поэтому, если хотите получить максимальный эффект от навоза, в кучках его тоже не храните, попрошу обратить внимание насчет кучек. Другая статья, так. Ежегодно, вот здесь за навоз штабелями, так, или кучками. Так, если навоз большие, хорошо уплотненные штабеля,
Если же на зиму его укладывать в кучки, так то потери доходят до 70%. Это при том, что он лежит зимой, замерзший зачастую. Все равно теряется до 70% азота. Вот. Мелкими кучками, так, выведенные зимой или весной, так, теряет 35-40%. Так, спокойно, это если вы весной разбросали. То есть и в кучках он долго не должен лизать, но еще хотя бы более-менее. Ну, понятно, что не получается, не всегда получается сразу вывести, разбросать и заделать в тот же день. Так, но даже и в кучках долго он лежать не должен. Но уж разбросанный вообще, только разбросали и сразу его надо заделывать. Это самый лучший способ. Так, когда идешь трактором, колеса скользят, буксуешь на этом навозе, все. Но ты от него получил максимальную пользу. Потому что уже через 2 часа ты уже треть азота потерял, не говоря уж, что за несколько суток вообще от него остается одна солома и никакого смысла от навоза нет. Вот такие факты.